Готовлю домашние картофельные чипсы. Картошка режем, овощи резкой. Промываем хорошо холодной водой. Будем картошку высушить на полотенце, на чистый. Картошку высушили, они сухие. Добавляем ароматика. Ароматика соленая, поэтому соль добавлять не будем. Куркума для света и для аромата. Паприка. Хорошо перемешаем, чтобы каждый ломтик был маринован. Берем тарелку микроволновую, закладываем сюда пергаментную бумагу и картошку будем разложить. Поставим микроволновку на 5 минут. Сейчас посмотрим, что у нас здесь происходит. О, такой хрустящий. Все, готово. Достаем. Попробуем. Так хрустит лучше, чем в магазине.